харчування лише тоді буде корисним, якщо приноситиме і користь, і усе, що потрібно для вашого організму. Про правильне харчування будемо говорити з Оксаною Півняк. Оксана Півняк – лікарка сімейної та причинної медицини, психосоматологиня і дієтологиня. Тож дуже раді, що ви прийшли до нашої студії. Доброго дня. Знаєте, як от після зими, такої затяжної, після такої холодної весни, хочеться вже чогось надолужити, хочеться вийти з того стану і, звичайно ж, набратись сил. І багато людей от шукають правильне харчування, але насправді, чи воно буде для них правильним? Чи воно буде таким, як потрібно? Тому що ми всі індивідуальні, ми всі різні. Да, действительно, сейчас весна, все пробуждается, и явно нам хочется изменений. И очень много, кстати, приходит клиентов с жалобами на отсутствие энергии, на вялость, динамию, лень. Да? И ну, действительно, связано ли это с весной, с энергетикой, в том числе с питанием, связано. Наш организм, он действительно медленный в своих перестройках, и так же, как и зима не хочет быстро уходить, мы чувствуем, как нам очень тяжело перестроиться с зимнего, вялого такого затратного питания, перейти на новые какие-то рельсы. Вот все чувствуют лишние там килограммы или какие-то дискомфорты, потому что весна это всегда пробуждается всевозможные заболевания. Вот и мы через еду сегодня, ну, действительно можем профилактировать некоторые вещи, хотя смотрим на любые процессы, мы смотрим всегда комплексно. Так или иначе, наше правильное питание связано с правильным образом жизни. Как бы нам не хотелось кричать и говорить, что мы только должны правильно кушать, правильные продукты обретать. Сегодня все-таки система правильного питания напрямую связана с системой правильного образа жизни человека. Да? Если мы хотим перестраивать питание, так или иначе, нам нужно перестраивать и свою физическую активность. И мы до этого, если вели все-таки более спокойный образ жизни, то сейчас мы становимся на ноги, начинаем активно что-то предпринимать, физически делать, и, естественно, начинаем потихонечку перестраивать систему и своего питания. Оно должно быть энергоемкое. М'яса більше чи як? Якщо більше енергії тут, брати, тут, де більше всього енергія, ну, є енергоємкі продукти. На самом деле в системах правильного питання по продуктам сьогодні є вібраційна шкала. Вот, і в цій вібраційній шкалі можна посмотрети, які продукти більше всього дають чоловіку енергії. Наприклад, мед. Це дуже мощний, сильний, його багато, кстати, ми з'їсти не можемо. Да? Це енергоємкий продукт, і дуже класно, коли ми його там утром, днем, вечором, хоча б чайна ложечка меда, це і на насыщение, если это правильный, конечно, там не на бактериях, ну, звичайно, выращенный, натуральный, да, натуральный, хороший, здоровый мед, он действительно дает хороший энергетический баланс и замещает, естественно, сахар. А вот, есть другие продукты, да, допустим, изюм, это тоже энергоемкий, очень сильный продукт, орехи, это все энергоемкие продукты, мы их не можем съедать много, мы их можем съедать совсем немножко, когда нам с утра, конечно, такие продукты важны, в перекусах где-то мы в правильном питании эти продукты употребляем для того, чтобы ну, баланс энергии был, но при этом мы действительно не насыщали себя ненужными какими-то форматами, в том числе и вредными продуктами. Не жирами якимось, точно не жирами, тем более не трансжирами. Да? То есть все-таки система правильного питания, она предполагает, у нее есть свои каноны. И эти каноны мы в любом случае придерживаемся, но при этом не, нет каких-то таких сейчас, вот, да, в наше такое необычное время, нет каких-то жестких ограничений, до так речі, или иначе, знаете, как раньше. Так, якось раніше було все зрозуміліше. Ну, чому зрозуміліше? Так. Тому що було розписано там сніданок, обід, так, вечеря, так, для різних закладів. Там, для дитячого харчування, для дорослої людини, для людей похилого віку. І стіл такий, тобто якось було розписано. Да, зараз да. Правильне харчування, і його просто маса варіантів, і ти дивишся, не розумієш взагалі. Нібито правильно і тут, і там, і ще десь, і для кожного своє, чи є якийсь стандарт? Есть принципы, мы их обязательно выясняем, узнаем и регламентируем, и принципы соблюдают. А есть уникальные особенности, возможности каждого индивидуального человека. Есть особенности профессиональных каких-то нагрузок у человека, и, соответственно, это уже будут свои уникальные подходы в сбалансированном питании, потому что правильное питание – это прежде всего сбалансированное относительно нагрузок, относительно психологического состояния человека. Если он
в гиперстрессе, спит совершенно мало, то мы, естественно, должны определенные продукты, да, определенные рекомендации. Які? По таких режим... багато зараз людей, ну, пані Оксана. Да, да, порадьте, будь ласка, що їсти, якщо да. людина в стресі знаходиться. Ну, прежде всего, если человек находится в стрессе, нужно причину убрать стресс. Вот, поэтому, конечно же, стресс – это всего лишь навсего пусковой механизм для каких-то не всегда хороших состояний. Потому что стресс есть дистресс, когда человек ничего не хочет делать, а динамия – полная депрессия. Кстати, сегодня очень часто после ковида именно в таком состоянии приходят люди, в депрессивном, в расстроенном, в раздраженном состоянии. Да? И мы тут работаем, естественно, с психологической коррекцией, с неврологическим статусом таких людей и рекомендуем перестраивать однозначно свое питание, потому что когда дистресс, тянутся люди действительно, ну, к такой, ну, вот совсем неправильной пище, да, то есть хочется чего-то жирного, неправильного, жареного, солодкого. Смажены, так, алкоголь. Так, так, ни в коем случае. То есть наша задача перенастроить, да, перенастроить систему на все-таки позитивный фактор жизни и мышления и потихонечку внедрить правильные продукты. И у нас концепт там, наших действительно диетологов и специалистов по осознанному питанию не столько запретами, сколько наоборот какими-то новыми осознанными классными привычками, ну, действительно прививать хорошие факторы, в том числе и в питании, прежде всего с этого ж мы же есть то, что едим, поэтому мы с этого так, должны звичайно. Так или иначе начинать. Вот это дистресс, да? Угу. Есть состояние самого стресса. Наша задача, как правило, состояние самого стресса. Дистресс, я уже сказала, то есть это, ну, последствия чего-то. Да? А сам стресс – это когда человек все время, ну, в страхе, в каком-то волнении находимся. Да? И тут наша задача не столько там психологически коррекционно, наша задача, в принципе, помочь человеку расслабиться. Он компенсирует это расслабление очень часто тем, что он ест без толку, без умолку и без понимания. Угу. Вот, и тут просто может быть, ну, некачественная пища, большое количество еды и так далее, малая физическая нагрузка, ну, чтобы как-то снять стресс, съел, вроде бы полегчало, вроде бы чуть расслабился на какой-то маленький короткий период времени. Так вот, в стрессовых всех состояниях наша задача, ну, дать человеку совершенно другие инструменты, которые будут его расслаблять. Тогда фокус внимания с пищей снимется. Однозначно. Ось так. И он будет есть уже больше якось свідомо, ну, свідомо, да, що спокойно, естественно. После расслабления не будет так бежать, да, то есть вот эти все техники расслабляющие. И будет наедаться. И будет, конечно, хотела насыщаться. Додати, тому що да. часто люди не наїдаються, їдять да. багато і не розуміють, насыщення, що вони з'їли. Нет. Да, так. Нет, действительно, вот це теж якийсь, ну, розлад харчової поведінки, мабуть, у людини відбувається. Ну, прежде всего, в любом случае, когда человек много съедает и не чувствует насыщения, нарушается иногда и банальное правило, ну, вот правильного питания. Что это значит? На самом деле, мы насыщаемся энергией от пищи всего на 10%. Это уже и наукой доказано. Да? То есть, ну, вот эта ложная концепция, что мы поели много энергии. Да? То есть наша задача находить совершенно другие ресурсные вещи, которые нас наполняют. Но вместе с тем, что для нас важно, да? До того, как мы что-то съедим, оказывается, питаются наши другие тела. Например, визуально картинка перед нами сейчас стоит сок, вот он такой яркий, да, такой, ну, как бы вкусный. До речи, пригощайтесь. Да, Александр. До речи, пригощаюсь, но я на него смотрю, и, в принципе, мое эмоциональное состояние уже насыщается. И можно, говорят, мама, когда долго-долго готовит кушать, она уже в конце есть-то не уже хочет. Не треба, то есть запахи, визуальная картинка, это тоже есть наше насыщение. Почему мы, когда придем в ресторан, ну, мы не сможем много-много съесть, все-таки у нас есть, да, там, блюдо, у нас есть какая-то последовательность, и нас это сдерживает, кстати, да. А когда мы приходим домой, то есть уже все подряд. Вот поэтому есть вот эта визуальная картинка наполнения нас эмоционального, ментального наполнения, и оно еще до физического может присутствовать. Красивая тарелка, да, красивое оформление, оно нас уже начинает насыщать и питать, и мы тогда действительно уже получаем какой-то, ну, акцент удовлетворения в нашем пространстве жизни. Нам, естественно, захочется скушать, ну, точно уже меньше. Да. Следующий фактор, он же, опять же, как принцип здорового питания. То есть в ресторане нам, ну, как бы, ну, есть, конечно, рестораны, где огромные тарелки, но, в принципе, мы должны съедать ровно, ну, по принципам. Долонько. Да, совершенно верно, да, то есть вот этот принцип, он простой, то есть не спешить быстро все съесть, а посмотреть сначала, красиво накрыть, отсервировать, ну, простые вещи работают же как, красиво и классно, и на тарелочку положить ровно столько, сколько, да, нам нужно там, да, по
нашому розміру ладоні. Це долонька – це всього? Чи це долонька на перше, долонька на друге, ага, це всього. Долонька на третє? Якщо ми все-таки хотімо там тонкую талію, що-то там должно как-то у нас змінитися, звісно, це, в принципі, перший, ну, как бы, основной прийом пищі, він от такий, да? Ну, ось так, так? Ну, от кажуть, взагалі, да. Всього це має бути ось стільки. Так, як наші долоні. Ну, якщо ми хочемо худіти, от, допустимо, да, і розуміємо, що у нас там масу тіла ми набрали 5 кілограм плюс, і за там полтора-два місяці ми можемо скинути, то ми, звісно, уменьшаємо от этот об'єм. К этому. На один. Ну, естественно, да, если мы говорим про калории, то, допустим, для женщины нормально 2000, но когда она идет в систему похудения, 1600 килокалорий. Ну, вот как бы для мужчины 2,5 там до 2, да, ну, то есть уменьшаем, все-таки объемы уменьшаем, но самое важное, увеличиваем качество пищи. Угу. Важен не объем, а важно то, что мы съедаем, и насколько то, что мы съедаем, далее идет на строительство в любых наших там функций, микроэлементов, витаминов, минералов и так далее. Но кроме, вот мы насытились там энергетически, мы насытились там объемом, вот вместе с тем для нас очень важно медленно-медленно переживать. Почему человек не наедается? Мы даже информацию с вами поглощаем, как вот точно так же, как мы поглощаем, кстати, информацию, можно проследить, как человек кушает. Один швидко, в один. Швидко, так? Тобто немає системи, точно. Немає розслабленості так. Прийти, подумати, з'їсти. І прочувствовать буде... перше, що я хочу. Відчувати усе. Да, кожен да, мінерал да. Буде засвоюватись. Так, і мікроелемент точно, у вашому організмі. Зараз дуже багато залежить від звичок. Якщо в так. дитинстві людина, десь мама пропонувала їжу, то у дорослому житті захочеться повторити щось із дитинства. Чи складно людині перебудувати систему, чи для того щось потрібно робити і себе може надломити трошки, чи так це буде правильно? Вот концепция питания будущего – наша еда, наше здоровье, наше лекарство. И, к сожалению, но так есть, как только человека одолевают какие-то проблемы в здоровье, он готов слышать диетолога, он готов слышать психолога, потому что он понимает, что сегодня там 54-56+, он уже лекарств ест больше, чем еды. А вот, соответственно, наша задача, ну, фактически, да, перестраивать себя, не дожидаться, когда здоровье начнет там, да, где-то нам кричать, пищать, а перестраивать систему питания относительно тех ритмов, тех алгоритмов, тех природных тенденций, в которых мы сейчас находимся. Дети быстрее это все чувствуют, перестраивают. Мы, там, поколение постарше, да, у нас есть какой-то стереотипный формат, борщ, котлета там или еще что-то, каша, но именно проблемы в здоровье заставляют нас очень резко и быстро перестраиваться, ну и, соответственно, те, кто попадает в наше поле. Вот, потому что сегодня, если мы не перестроим свою систему питания, ну, по факту болезни будут все больше и больше нас одолевать, и, в принципе, энергетика, ну, в целом человечества по поводу будущего его напрямую связана с иммунитетом. Сколько бы мы ни пытались чего-то делать, мы есть то, что мы едим, и через продукты мы можем создавать ну, такой природный, естественный иммунитет. Да, и сегодня там, допустим, целое яблоко съесть там или целый какой-то фрукт, особенно если это из экологически правильных чистых зон, где там нет всех этих, да, удобрений некачественных. Конечно же, это продукт, который, ну, максимально будет нам полезен, в том числе этим продуктом мы уже можем профилактировать те или иные заболевания. Поэтому, конечно же, перестраиваться. Желательно мотивировать себя изнутри, не ждать болячек. Но если уже что-то произошло, хорошо бы просканировать, чекапить свой организм, особенно весной, да, и даже чтобы идти на систему здорового питания, потому что есть свои искажения, уже даже и в здоровом питании можно сидеть там на одной капусте и заработать себе панкреатит. От якраз хотіла сказати, однозначно. Що дуже багато рекомендацій, там їжте авокадо і лише авокадо, і ці діти, підлітки, вони поначитувались, вони зараз так. їдять авокадо, гречку і заїдають ще курочку, і все, от так, що однообразное питання – це не абсолютно неправильне питання, многообразие должно быть, но мы весной капим свой организм. То есть мы идем и смотрим микроэлементы, витамины, минералы, смотрим энергосистему, смотрим, что у нас с внутренними органами происходит, и, соответственно, какие продукты, иногда даже правильные здоровые продукты организмом не усваиваются, организмом не перерабатываются. А как это зрозуміти, что самое вам подходит? Да, ну для этого сейчас миллионы тысяч
же диагностических центров. Так, есть, треба тоже... диагностику зробити. Да, да, мы приходят к нам на консультацию по проблемам питания, по проблемам там, лишнего веса и так далее. Мы в любом случае обязательно делаем скрининг. То есть у нас есть свои тестовые психологические системы, в которых мы работаем. И обязательно работаем с диагностическим центром, с нашими специалистами по диагностике, которые, в принципе, хотя бы банально мы какие-то там общий анализ крови, биохимию делаем, моча и так далее. И скрининг делаем по вирусы, бактерии всего тела, в том числе и на предмет микроэлементов, минералов и каких-то продуктов, которые не переносятся, да, организмом и, соответственно, уже дают свои какие-то физические проблемы. И назначаем, ну, целевое, да, есть базовые принципы, мы их соблюдаем, но назначаем все-таки индивидуальные программы питания, в том числе меню, расписываем это все на месяц. Ну и человек, естественно, чтобы втянуться во что-то новое, первое, надо принять решение, что готов, освоить базовые принципы, ну и потом помочь человеку, ну, действительно, внедрить эти все принципы в свою ось жизнь, сопровождая так, его. Пані Оксано, так серйозно треба підходити до себе, так, до свого так. організму і до свого харчування, аби потім не було погано, не було пізно, і щоб не вживати ліки. Тож ми зараз їмо правильно, їмо так, щоб нам від того ставало краще, щоб ми були здоровішими, щасливішими. Ну і, звичайно ж, виходили на вулицю, раділи сонечку, раділи новому дню. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, от ви коли посміхаєтесь і стільки інформації даєте, то хочеться робити так, щоб було добре. Будемо чекати дякую. Ще вас у нашій студії, а ми з вами зустрінемось вже завтра. Не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий». До побачення.